Всем доброго времени суток! Многие из вас используют в своих работах GIF-анимацию. Вот я сейчас проиграю, вот, к примеру, у меня идет Дед Мороз, и вокруг него вот такой вот орел. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами постараемся избавиться от него. Вот такой результат мы с вами должны получить. Вот я еще раз сейчас проиграю то, что у нас есть на сегодняшний момент. Вот орел вокруг Деда Мороза. И вот то, что мы с вами получим в результате сегодняшнего видеоурока. Для того, чтобы избавиться от этого ореола, нам нужно перейти в Photoshop. И все это делается в Photoshop. Итак, я открыла программу Photoshop. Весь дополнительный материал к этому уроку вы можете найти на моем сайте, как обычно. Итак, заходим в файл, открыть. Вот я открываю фон. И мне нужно открыть GIF-анимацию нашего Деда Мороза. Вот у меня оригинал, тот, который с белым ореолом, вот я его и открываю. Давайте теперь попробуем представить себе, где нам нужно расположить нашего Деда Мороза. Я стою на первом слое Деда Мороза и просто перетаскиваю этот слой на фон. Вот примерно то положение, где он будет у нас идти. Смотрим. Линия горизонта проходит примерно посередине мешка Деда Мороза. Значит, вот эта верхняя часть у нас будет залита вот таким вот, ну, я бы сказала, бирюзово-зеленым цветом, а нижнюю часть мы возьмем где-то голубого, такого как снег. То есть мы примерно определили его положение. Теперь снова переходим на картинку с Дедом Морозом в GIF-анимацию. Стоим на первом слое. И давайте теперь немножко определим линию горизонта. У меня открыта линейка. Если вы не знаете, где найти линейку, значит, заходим в просмотры. И вот здесь есть линейка. Вот если я ее отключаю, она исчезла. Но в данном случае она мне нужна, поэтому я снова ее включаю. У меня включен инструмент перемещения. Я становлюсь на линейку, зажимаю левую кнопку мыши и вот так вот тяну. Вот примерно здесь у нас будет линия горизонта, где идет Дед Мороз. Вот я ее выставила. Теперь, для того, чтобы нам лучше было видно, давайте добавим еще какой-нибудь фон. Там, где у нас Дед Мороз. Потом мы его, конечно, удалим. Но такой контрастный, чтобы нам хорошо было видно. Ну вот, к примеру, давайте вот этот фиолетовый возьмем. Становимся на кнопочку «Создать новый слой». Щелкаем левой кнопкой мыши. Перетаскиваем его вниз. Зажимаем левую кнопку мыши и просто тянем вниз. Вот он у нас в самом низу. Теперь берем инструмент заливка. Фон мы определили при помощи пипетки. И заливаем этот фон. Видите, как хорошо сейчас виден наш ореол. Возвращаемся на первый слой. Все остальные слои у нас отключены с Дедом Морозом. Остался только фон и первый слой. Теперь берем инструмент прямоугольное выделение. От линии горизонта нашего ставим курсор. Нажимаем левую кнопку мыши и тянем в противоположный уголок. Ну вот примерно так. Отпускаем левую кнопку мыши. Теперь нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl-G. И вот если мы отключим нижний слой, видите, что у нас получилось? Мы скопировали нижнюю часть Деда Мороза на новый слой. Теперь сделаем то же самое, только скопируем верхнюю часть. Становимся на слой с Дедом Морозом. В данном случае у нас слой 1. Нажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и щелкаем по пиктограммке вот этой вот слоя 8. Видите, у нас снова появилось выделение нижней части. Но это мы уже скопировали, нам нужно теперь скопировать верхнюю часть. Поэтому мы переходим в выделение, инверсия и нажимаем тоже клавиши Ctrl-G. И смотрим, что у нас получилось. Если мы отключим первый слой, наш основной, вот у нас есть отдельно верхняя часть и отдельно нижняя часть. С ними мы сейчас и будем работать. Вот, допустим, у нас сейчас нижняя часть включена. Чтобы вам было легче, отключайте все слои, а оставляйте только тот, с которым работаете. И не забывайте, что если вот глазик у вас включен, а слой подсвечен синим вот другой, значит рабочий слой у вас находится именно вот здесь. То есть вам нужно перейти на верхний слой, и тогда он будет и включен, и работать вы будете именно на этом слое. Итак, нижнюю часть нашего Деда Мороза мы будем заливать, наверное, ну вот голубым цветом. Выберем пипеткой здесь какой-нибудь голубой цвет. Для этого выбираем пипетку, переходим сюда на фон и щелкаем левой кнопкой мыши. Вот для того, чтобы было понятно, вот видите, у нас появился вот такой вот цвет здесь, основной цвет. Итак, переходим к нашему Деду Морозу. Заходим в редактирование, выполнить обводку, и у нас появилось вот такое вот окошечко. Значит, здесь вот ширина у нас может отличаться. В данном случае я поставила 2 пикселя, но в зависимости от того, какое у вас будет изображение, это может быть чуть больше, может быть чуть меньше. То есть это нужно уже смотреть по вашему изображению. Вот здесь расположение мы ставим обязательно внутри, режим нормальный, непрозрачный 100%, и нажимаем ОК. И вот видите, нижняя часть нашего Деда Мороза окрасилась в такой голубой цвет. Это то, что нам нужно. Переходим на верхнюю часть. Давайте мы нижнюю отключим, включим верхнюю часть Деда Мороза и становимся на этот слой. Верхняя часть Деда Мороза у нас должна быть такого цвета, какой цвет вот на фоне нашего, как бы фон леса. Берем пипетку, щелкаем по зеленому фону леса, и вот у нас цвет появился зеленый. Возвращаемся к Деду Морозу, заходим в редактирование, выполнить обводку и точно так же выбираем нужное количество пикселей, цвет у нас уже выбран, и внутри расположение тоже стоит. Нажимаем ОК. Видите, то же самое. Ореол вот этого Деда Мороза у нас появился зеленый вместо белого. Теперь, если мы включим оба слоя, то мы видим, что наш Дед Мороз вверху с зеленым таким ореолом, внизу с голубым. Но есть одно но. Вот эта вот линия горизонта по Деду Морозу, она тоже у нас осталась, и она тоже окрасилась. Вот если я сейчас уберу линейку, для этого перехожу в инструмент перемещения и вот так вот убираю линейку. Видите, линейка у нас вверху сейчас, а здесь у нас тоже есть вот эта вот линия обреза, так сказать, которая тоже у нас окрасилась. Нам нужно ее убрать на каждом слое. Для этого вот мы стоим сейчас на верхнем слое, берем инструмент ластик, обязательно жесткую кисть. Подбираем диаметр, можно чуть больше взять, вот так, и вот так вот стираем. Вот так. Давайте теперь отключим нижнюю часть и посмотрим, что у нас получилось. Видите? То есть линии у нас нету, мы стерли ее полностью. Теперь то же самое мы должны сделать на нижней части. Переходим на слой с нижней частью Деда Мороза и делаем то же самое. Вот мы эту линию убрали. Но вы скажете, а тут дырка появилась. Сейчас мы это исправим. Для этого мы включаем просто нижний слой нашего Деда Мороза. И все получилось так, как надо. Единственное, что нам осталось сделать здесь, это объединить все вот эти три слоя. Итак, стоим на верхнем слое, слой 8. Нажимаем клавишу Shift и нажимаем левую кнопку мыши по первому слою. Вот у нас выделились все три слоя. Теперь нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Объединить слои». И вот тот слой, который мы с вами сделали, давайте теперь переименуем, чтобы мы потом с вами не запутались. Нажимаем дважды левой кнопкой мыши по названию этого слоя. И давайте поставим просто единичку. Мы будем знать, что это наш первый слой. Итак, первый кадр нашей анимации готов. Теперь нам нужно сделать второй кадр. Но прежде всего нам нужно поставить линеечку на место. Я снова перехожу в инструмент перемещения, беру линейку и ставлю там, где должна стоять у нас линия горизонта. Первый слой я отключаю, он нам больше не нужен пока. Включаю второй. Точно так же становлюсь на него, беру инструмент прямоугольное выделение, выделяю нижнюю часть нашего Деда Мороза, нажимаю на клавиатуре клавиши Ctrl-G, это значит, мы скопировали его. Возвращаюсь снова на второй слой, нажимаю клавишу Ctrl и щелкаю по миниатюре слоя 8. Вот у нас выделилась опять нижняя часть. Теперь захожу в выделение и нажимаю инверсия. И снова нажимаю Ctrl-G. Вот у нас появилось разделение. Сейчас я еще раз вам покажу. Вот верхняя часть и вот нижняя часть Деда Мороза. Ну, давайте начнем с нижней части. Вот у нас глазик на нижней части включен. Мы становимся на этот слой. Берем инструмент пипетка. Выбираем цвет на фоне. Заходим в редактирование. Выполнить обводку. Цвет у нас есть. И нажимаем ОК. Тут все у нас уже стоит. Вот нижняя часть Деда Мороза у нас появилась. Переходим на верхнюю часть, нижнюю отключаем и становимся на этот слой. Заходим в редактирование, выполнить обводку. Вот у нас пока стоит голубой цвет. Мы левой кнопкой мыши щелкаем по нему, и у нас появилось другое окно, в которое мы выберем нужный нам цвет. Пипетка у нас выбрана, мы щелкаем по вот этому фону и нажимаем клавишу ОК. Здесь у нас тоже все выставлено, нажимаем здесь ОК. И получили нового Деда Мороза. Точно так же мы теперь должны убрать линию горизонта, то есть берем ластик. И вот так вот аккуратненько вытираем здесь. Переходим на нижнюю часть. и вытираем здесь. Теперь включаем второй слой. Все у нас получилось хорошо. И вот эти три слоя снова объединяем. Стоим на верхнем слое, нажимаем клавишу Shift и щелкаем левой кнопкой мыши по второму слою. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Объединить слои». Щелкаем левой кнопкой мыши два раза по названию слоя и переименовываем его на второй. Вот два слоя у нас уже готовы. Чтобы вас особо не задерживать, третий, четвертый, пятый и шестой слой я сейчас быстро сделаю без звука, а потом посмотрим, что у нас получится. Итак, вот мы сделали нашего Деда Мороза. Сейчас нижний слой мы можем отключить, он нам больше не нужен. Здесь вот этот фон мы тоже убираем, он нам тоже не нужен. И нам нужно снова настроить нашу анимацию. Для этого становимся на первый кадр, открываем окно анимации. Окно, анимация. Вот у нас появилась наша анимация. Здесь нам нужно только выставить наши кадры. На первом кадре у нас первый слой, на втором кадре у нас второй слой, первый отключаем, на третьем третий, первый отключаем, и точно так же все остальные. Вот пятый, пятый. И шестой, я забыла переименовать его, сейчас я переименую в шестой слой. И смотрим теперь, что у нас получилось. Вот идет наш Дед Мороз, все хорошо. Теперь мы сохраняем этот файл, сохранить для веб и устройства. И нажимаем клавишу «Сохранить». У меня он уже сохранен, поэтому я не буду сейчас его снова сохранять. Снова переходим в программу ProShow Продюсер и давайте теперь подставим его. Вот я становлюсь на ленту со слайдами. Нажимаю правую кнопку мыши, вставка, добавить пустой слайд. Здесь заходим в параметры слайда. Добавляем изображение, вот наш фон, и добавляем нашего Деда Мороза. Вот у меня он второй. Теперь выставляем его, во-первых, его надо уменьшить немножко, и выставляем, вот видите, где граница у нас идет нашего ореола теперешнего, вот где-то здесь. Можно его меньше сделать, больше сделать, это уже как вам больше нравится. Ну вот примерно вот так вот он у нас должен идти. Теперь копируем первый ключевой кадр во второй. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот теперь идет Дед Мороз и никакой лишней цвет у нас не появляется. Вот давайте я еще раз поставлю. Вот это, мне кажется, намного лучше уже смотрится, чем просто Дед Мороз с ореолом. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились избавляться от ореола на GIF-анимации. Делается это в фотошопе, но очень красиво смотрится ProShow Продюсер, когда мы вставляем анимационные картинки именно в нашу любимую программу. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.